Ну вот, смотрите, как поймали все. Ох, красавец. Одна вот горбушка неплохая. Три мамочки. Красавица летняя. Всех приветствую, уважаемые мои зрители. Сегодня мы выехали на реку Амур, недалеко от города Николаевска, поставить сечонку. Вроде как говорят, потянулась у нас горбушка там летняя, не знаю. Ну и что, приехали, воды, вода сильно упала. И ставим сетку вот таким образом. На сегодняшний день. Там он вдалеке тоже люди таким же образом ставят. Ну и сегодня, как всегда, у нас погодка, ветер. Видите, какая у нас, очень дыма много. Все в дыму, все горит вокруг него. Все в дыму. Ну и ветерок, конечно. Давайте будем проверять. Может, что-то у нас получится сегодня вам показать, как это будет выглядеть. Один вот подходит, но один-то поумнее, его штана, один вот так. А вода-то не очень теплая. Ну так-то вроде как. Нормальная вода? Хорошая, теплая. Хорошо. Ну вот парни пошли проверять. И уже одну поймали. Они сейчас принесут, я покажу вам. Не стану приближать ее. Возле берега одна штучка влетела. Это здорово. Ну, на нее. Сейчас подойду, посмотрим, что за рыбка. О, вторая, друзья, вторая. Смотрите, смотрите, бьется. Попробую приблизить. Он показывает, смотрите. О, а вон третью тащит, третью. Уже третья, ой-ой-ой, хорошая. Третья, о, хорошая. Три штучки. Четвертая. Ох, ребята, пошла рыба. Рыба пошла, вот это да, хорошо. Вот это здорово. Вон еще одна. Ох. Блин, ну это прям замечательно. Плохие, конечно, кадры. Пойду потом вам покажу на еще одну проверочку. Ну прям хорошая рыбка. Замечательно. Сейчас придут, я вам покажу ее. Да. Ну вот и стало у нас получаться, да? Потихоньку. Приду, покажу. Ну вот, смотрите, как поймала все. Ох, красавица. Одна вот горбушка неплохая. Три мамочки. Красавица летняя. Рыбачим, рыбку ловим. А кушаем сосиски. Да, Андрюх? Да, вкусная вещь. Хлебушек жареный, сосиндосики. Я завижу, да. А ловим рыбку. Мужчины наши, парни опять проверяют, что-то там у них опять клюет потихоньку. Вон по сетке ветерок. Сын он у меня ныряет. Парни, он проверяет, хорошо все. Есть такая тема.
Там ушла, наверное, да? Горбушечка. Красавица наша. Вот она какая красивая. Вот она рыбка. Этих. Блин, а там ушла, наверное. Одергалась. Обидно. Рыбачили немножко, посидели на природе, поймали рыбки. Так, в принципе, тоже не сказать, что много. Ну, пойдет. Самое главное — времяпровождение на природе, на море. Красота. Ну, на этом сегодня мы заканчиваем наш небольшой репортаж. Всем приятного просмотра и до новых встреч. И пока-пока.